Короче, если у человека тяжелое влияние, приворот там и так далее, человек сходит с ума, то есть человек становится беспокойным, худеет, дальше делает поступки или совершает поступки, которые не может сам себе объяснить. У человека появляется либо апатия сексуальная, либо бесконечное возбуждение, он ничего не может с собой сделать или она не может с собой сделать. Совершает поступки, которые объяснить не может. Человека начинает мучить бесы. Человек такой начинает вонять или подванивать, то есть у него начинает пахнуть. Если влияние связано с тем, что он съел, пахнет изо рта сильно. Если влияние связано с сексуальной жизнью, пахнет вот от него потом, там, каким-то таким вот. Как побороть человека и каким образом это делается? Первое, однодневный голод в четверг. И второе, с купанием в четверг. Второе, по 2-3 раза в течение дня купаться под душем. Вода смывает. А также голод обязательно в четверг, если не помогает, то и в понедельник, и в четверг. Такой голод, при этом голод с просьбой. Нужно говорить: Господи, забери моих духов и бесов. Господи, забери моих духов и бесов. Господи, забери моих духов и бесов. И духи, бесы, я вас не уважаю. Духи, бесы, пропадите пропадом, исчезните из меня и так далее. Таким образом, каюсь, что я сделала, духи, бесы, отпустите.